Мы на улице Шумилова. Сзади нас остается Зеленодольская улица. А пойдем мы в направлении Есенинского бульвара. То есть по ходу нумерации. Здесь вот дом номер 2. Небольшая улочка в районе Кузьминок. Ладно. Я тебе сказал, давай яблочный купим вот, за 17 рублей. Дайте заходил. Скажу вам, я очень большую минут. Туда в сторону Волгоградского проспекта. Тут недалеко Кузьминки метро. Все идут с работы. Очень много тут деревьев, зелено кругом. Мне нравятся такие квартальчики. Так, это дом 10. Там все-таки посмотрим.